нас. Давай начнем с Симба, кто? Вот это Каракапланов. Который? Тигровый? Да. Это Пучкапланов сын, который Каракаплан? Да, да, Пучкапланов сын. Сын Каракаплана. Он также четвертый тур прошел, да, Каракаплан? Да, да. Тигров. А как его кличка? Балкан? Вот он, Тигров, Каракаплана сын. Так, это вот этот Симба, вот самый высокий, да, который постарше? Он поберет Аждару идет. Трехкратному чемпиону Лебаба. А вот этот вот чей? Мохнатый вот этот. Это Кушков, подарок. Да. С Кушки? Да. А что, линия что? Или Чабанский он? Это Афган или что? Афган, Афган. Что за Афган? Кушки, это Афган. А сколько ему вот этому тигровому, какой возраст? 3 А как его кличка, ты сказал? Балкан. Балкан, да. 3 месяца, 10 дней. А вот этому вот, который померет Аждару, Симбе. Ему какой возраст? 4-го, 5. А вот этому? 12 февраля, 3 месяца. Как его кличка сказал? Его? Да. Совгад? Подарок. Так, а это кто вот с большого начнем? Вот большой кто? Балу внук подает Йолбарса. А вот маленький беленький. А, сучка это? Да. Ага. Какой линии она? По отцу визирь Марыский. А мама этот. А новый Альберт? Да. Все. Да. А новый Альберт. Технарь еще тот был. В принципе, он и есть, по-моему, живой он сейчас, а новый Альберт. Живой, живой вроде бы. О, Вадан что, пропало, что ли? Да. Надо ее повязать, да, с хорошим, как хорошего кобеля надо и найти. Ну что, все, вот такой вот у нас детский садик. У меня самая хорошая собака. Которая, девочка? Да. Правильно. Нет, не здесь, а А, дома? Да, а где? Твой дом где? Первое место взял. Ну давай до него дойдем, я уже сколько хочу его снять. То он на работе его хозяин, то еще где-то. Кетча Гарабаш. С Балу, да, он попадает, получается, четвертый тур. А Балу идет он сам, Лёва Шерхан линия, по-моему, он говорил, да? Да, да. Все, удачи ему.
заигрывать. Не хочет играться. Вверх, вверх, вверх.